Желтый? Ага, иди открывай, я сейчас подойду. Втор. Ага. Здравствуйте, с вами Маргарита и Алексей, наш сайт hispanialift.com. Мы находим для вас самые интересные варианты недвижимости в Испании на побережье Коста-Бланка. Сегодня с Алексеем мы хотим показать вам квартиру, которая находится в городе Торревьеха. Вдвойне приятно то, что этот объект понравился нам самим. Квартира располагается в 100 метрах от моря и пляжа, причем двух пляжей Дель Кура и Лос-Локос. Это два песчаных, самых крупных пляжа в Торревьехе. Квартира состоит из двух спальных комнат, просторной гостиной, террасы, отдельной кухни, подсобного помещения и просторной прихожей. Располагается она на третьем этаже по-русски и на втором этаже по-испански. Рядом с домом располагается парковка, очень хорошо развита инфраструктура, множество кафе, баров, ресторанов, прогулочная набережная, автобусные остановки. Есть куда сходить погулять и где покушать. Стоимость квартиры 119 тысяч евро. Совсем недавно здесь был сделан капитальный ремонт, поставлена новая мебель, бытовая техника. Но обо всем подробнее приступим к просмотру. Начнем просмотр. Мы с вами находимся в прихожей этой квартиры. Хочу заметить, что прихожая достаточно просторная, что редкость в принципе в испанских квартирах. То есть здесь можно разместить дополнительно какой-то шкаф или вешалку под одежду. Хозяева предусмотрели шкафчик для обуви, полочку для обуви, полка для необходимости всяких ключей или что-то, и зеркала. Приятный тон у стен, они не кипельно-белые, красиво декоративные картины, на полу испанская плитка. Из прихожей мы проходим в гостиную комнату, она тоже достаточно просторная. Кстати, если я еще не говорила, площадь этой квартиры 86 квадратных метров. Гостиная просторная, здесь есть место для столовой зоны, шкафы, комоды, большой достаточно вместительный диван, новый ковер и новый телевизор, также с мебелью. Можно разместить свои вещи, расставить красивые декоративные поделки какие-либо. Также в квартире в каждой комнате есть кондиционер фирмы LG, они тоже новые. Красивые шторы, на всех окнах заменены стеклопакеты, современные пластиковые окна, панорамные. И мы выходим с вами на террасу. Терраса не маленькая, очень уютная. Здесь умещается два кресла, сзади меня столик, небольшая этажерка. Вид на улицу, рядом располагается зеленый сквер. И здесь вот буквально за этим домом уже море. Thank you.
много освещения, много света. Давайте посмотрим с вами кухню. Кухня отдельная, что опять же в Испании редкость. Я думаю, что хозяйкам это понравится. Кухня отделана красивой современной плиткой. Чистый белый потолок. На полу также испанская плитка, но здесь предусмотрели специальный ковер для кухни, который легко моется. Хорошая рабочая поверхность, шкафчики, хорошая мебель. Ящики с доводчиками, есть все необходимое для проживания, электрический чайник, холодильник, хорошая удобная раковина, варочная поверхность электрическая, духовой шкаф, микроволновая печь, шкафы для хранения просторные, вытяжка. С этой стороны располагается окно, на нем также заменены стеклопакеты на новые пластиковые. И из кухни за дверью имеется комната технического плана, где располагается стиральная машина, водонагреватель. Кухня от гостиной также отделяется дверью. Для многих это очень важно, особенно тот, кто любит много времени готовить, проводить на кухне, чтобы запахи не проходили в общую часть квартиры. Здесь за небольшой арочкой у нас располагается ванная комната. На полу новая плитка, на стенах новая плитка. Есть биде. Новая сантехника. В этой части квартиры и в двух спальнях на полу лежит ламинат. Стены во всей квартире выкрашены в единый цвет. Новые двери хорошего качества. Первая спальная комната, главная в этой квартире. Здесь располагается двуспальная кровать. Под ней ящик для белья. Прикроватные тумбочки, изголовье, все новое, стол с креслом. Окно выходит на улицу, туда же, куда и балкон. Новые шторы, новый декор. Красивая люстра. На этой стене располагается новый телевизор. Приятно лежа в кровати его посмотреть. И кондиционер фирмы LG, также новый. И встроенный шкаф. Вторая спальная комната тоже достаточно просторная. На полу ламинат. Хороший спальный гарнитур, новый, в светлых тонах, красивый декор, картины, люстра. Здесь одна кровать и, если вам необходимо, выдвигается вторая.
Мебель хорошего качества, все плавно работает, очень приятно. Единственное окошечко из этой спальни выходит в техническую комнату. Также новые стеклопакеты. Здесь располагается кондиционер, телевизор. Выведены новые розетки, их много в каждой комнате, и здесь, и на этой стене. И я забыла вам сказать, пойдемте я вам кое-что покажу. Во всех комнатах, на кухне, на окнах установлены электрические жалюзи. Буквально одним нажатием кнопки не закрываются. Я очень надеюсь, что квартира вам понравилась, так же, как и нам. Напоминаю вам, что стоимость ее 119 тысяч евро. Две спальни, гостиная, отдельная кухня, техническая комната, прихожая и балкон. Располагается в 100 метрах от моря. Хорошая инфраструктура. Эта квартира хорошо подойдет для постоянного проживания, для проведения отпуска в теплой Испании, а также для сдачи в аренду. Обращайтесь к нам, мы будем рады вам помочь найти именно ваш вариант. До скорых встреч в Испании. Адьос!